Где-то далеко бурлят города, государства сбиваются с пути. Если он уйдет, это навсегда, так что просто не дай ему уйти. Я довольно молодой президент, я молодой и полон я сил. И если чё решил, то сомнений всяких без. Будет всё, как я решил. Ну да, раз решил. Разрешил ему решить, кто? Разрешил ему решить, конечно же, тот, за кем идет народ, а назад или вперед, кто Россию разберет, тот не соберет. Можно сесть туда, а можно сюда, только как ни меняйся, ни крути. Если ты второй, это навсегда, так что просто сиди и не грусти. Вдруг откуда ни возьмись, здесь появился третий друг, а чей не понять. Он хотел и рыбку съесть, и удачно как-то сесть. Неудачно как-то сесть, не хотел он опять. Он приехал из страны, где в плодородный чернозем зарыта труба. И все хотят играть на этой, на трубе. И раскатана у всех большая губа. Где-то далеко какой-то народ. Что с ним делать, пасти или спасти? Только кто ведет, должен помнить тот. Лучший способ вести, не довести. Нас ведут туда, нас ведут сюда. Но, товарищ, нюанс один учти. Тот, кто наверху, он не навсегда. Просто ты помоги ему уйти. Тот, кто наверху, он не навсегда. Надо просто помочь ему уйти.